От сухопутных войск до спецназа в Москве открылась выставка Вооруженных сил Беларуси. Экспозиция Музея Великой Отечественной войны показывает современную армию нашей страны в фотографиях, книгах и живописи. Здесь представлены действующие подразделения, их геральдика и форма, всего 12 разделов, посвященных ВВС и ПВО, силам спецопераций. Среди зрителей военные атташе всех стран, аккредитованных в России.